1 сентября 2021 года вступила в силу так называемая гаражная амнистия. Владельцы капитальных гаражей могут бесплатно оформить в собственность землю под ними. Сделать это нужно в течение 5 лет до сентября 2026 года. Важно убедиться, что гараж соответствует всем требованиям. Под амнистию не подпадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для ИЖС, разборные металлические ракушки, а также подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах.